Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня 9 сентября, последний день работы выставки. Видите, 9 часов утра, 9 часов 5 минут утра. На стенде Jasmine Lingerie идет подготовка к приему посетителей. И мы воспользуемся моментом, когда можно спокойненько снять и не толкаться, и не мешать работе профессионалов. Вот смотрите. Пойдем от начала до конца, чтобы вы подробно все увидели. 2016-17 год, это вот осень, это действующая коллекция, то, что сейчас. Цены вы видите, поэтому не буду их комментировать. Просто посмотрите на изделия, на дизайн. Ну и на конструкции, какие есть. И категории. Вернее, не категории, тут уже под категории виды. Пояса, сорочечки, цветовую гамму. По материалам я вам не могу сказать вообще-то, потому что, ну, не такой специалист, чтобы сходу называть вам, не боясь ошибиться, из чего все это сделано. Так, вот здесь цен как раз и нет. Это та модель, которую вы видели у нас в журнале на обложке. Скорее всего, похоже. Вот базовая коллекция. Черный, белый. Цена уже ниже. Я так думаю, и цены базовые для магазинов, входная цена. Может быть, какие-то скидки есть. Завтра у нас будет интервью с владелицей, и уже она расскажет. Вот уже фэшн пошел. Весна-лето 17-го года. Видим цвета модные, принты. Снова продолжение этой же экспозиции. Девчата, материалы, вы не в курсе, чтобы прокомментировали мне? Или вы заняты? Ну, из каких материалов? Что, чем особенно гордитесь? Понимаете, какая самая модель у вас популярная? Что люди говорят? Понятно. Так, это базовая коллекция на следующий год, правильно? Базовая коллекция, вона виготовляється, власне, не на один рік. Ось вона буде дійсно до кінця 17-го року. Угу. Потім будемо змінювати модельний ряд і матеріали використані. Понятно. Фешн виготовляється раз на півроку. Бавовна, это... 4 рази на... Вот это хлопковая, слева будет хлопковая коллекция, хлопковая, да, бавовна? Да. Бавовна. Ну, по-белорусски бавовна, по-украински бавовна. Это хлопочек. Хлопок подешевле, вижу, цены ниже. Но базовая коллекция, сравните, 17-й год. И базовая коллекция, 16-й год. Разница видна. Здесь и другие совсем материалы. И цвета, и формы. И еще лазерная обработка. Трусики. Стринги. И более закрытые. Вот владелица Елена сидит, работает. Ну вот, я думаю, что по... Да, сейчас подойдет, может быть, специалист нам добавит. А так, визуально вы получили представление о том, что представляет компания, что показывает компания Jasmine Lingerie. Сколько фирме лет? Вы по продажам? 5 лет. 5 лет? 5 лет в фабрике всего на все. И видно, насколько
динамично все развивается. Дуже динамично. Аналогів не існує. Да. Ну, это видно и потому, как вы стенд сделали, и по динамике. Сейчас магазин открыли фирменный, завтра буду снимать его. Тоже покажу зрителям. Так.